Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас будет немножко странный скринкаст, я решил рассказать о съемке в 360 градусов, о виртуальной реальности, ну и логично было сам скринкаст сделать в 360 градусов, то есть мы сейчас в виртуальной реальности. Если вы сейчас с помощью мыши начнете передвигать ваш экран, вы можете рассмотреть мою комнату, например, а примерно напротив вы увидите экран, на котором сейчас показывается наш предыдущий скринкаст, снятый обычно. Ну, прошлый век, согласитесь. Сейчас мы отправимся с вами в небольшое VR-путешествие. Я говорил, что сегодня у нас необычный скринкаст. Экран всегда будет по центру кадра, поэтому те, кто хотят смотреть скринкаст, могут просто оставить мышь в покое. Остальные же могут осматривать окрестности. Мы едем в одно местечко, которое я случайно нашел близ дома. Там такая живописная стена, да и вообще симпатично. Я буду выступать исключительно рикшей, носителем камеры, а за кадром продолжу рассказывать в привычном формате скринкаста. Итак, видео 360 или VR, виртуальная реальность, что это? Из названия следует, что это некая новая реальность, но на самом деле это просто видео. То есть это даже скорее куда более обычная реальность, чем та, которую передает обычное двухмерное видео. VR — это видео, которое снято во все стороны, то есть в трех плоскостях. Как это делается? Раньше сложно. Раньше собирали такие боксы из шести камер, которые смотрели во все стороны света, а потом в специальной программе собирали все шесть изображений и получали 360 градусов. Камер могло быть, кстати, и 8, и даже больше. Это было дорого и сложно. Даже 6 GoPro, а использовали чаще всего именно GoPro, стоили примерно 2500 долларов. Поэтому эта игрушка была только для специалистов. Но мир не стоит на месте, если есть спрос, появится и предложение. И на рынке начали появляться первые портативные VR-камеры. Одна такая совершенно случайно оказалась у меня в руках и полностью закрыла первую часть скринкаста, а именно, как снимать видео в 360 градусов. Девайс этот от Samsung называется Gear 360, вот он на экране. Это, кстати, не реклама Samsung, я вообще-то не люблю эту марку, но именно этот головастый девайс меня сильно порадовал. Особенно мне понравилось, как он включается и выключается. Послушайте сами. Но плюсом к этим умилительным звукам является то, что он еще умеет снимать видео в 360 градусов. Поэтому на вопрос, как снимать, я отвечу так. Нажимаете REC, запись пошла. Нажимаете еще раз, запись остановилась. Все. Вы сняли видео 360. Попробуем вставить его в монтажную программу Adobe Premiere. Начиная с 2017 года, Premiere поддерживает монтаж VR. Получается вот так. Что это? Это исходная картинка. То есть камера снимает двумя очень широкими объективами одновременно. Два кадра покрывают всю поверхность в 360 градусов, но это еще не VR. Для работы с VR нужно сделать еще несколько манипуляций. Первую я не помню, но там как-то тривиально все. Премьер сам видит, что это VR-ролик и предлагает использовать какой-то кодек для работы. Надо просто согласиться. Далее в настройках эпизода вам нужно сказать, что вы работаете с VR. Это делается здесь. Закладка «Свойства VR». Тут нужно просто выбрать Projection, Acquire, ну в общем не known. И все. Если вы кликнете здесь и предложите программному монитору смотреть видео как VR, вы увидите, как все это будет. То есть вот это уже VR-видео. А так его будет видеть зритель. Плохо он его будет видеть. Вот с такими нестыковками в геометрии его будет видеть зритель. Что делать? Колдовать. Если вы снимаете в 6 камер. Или скачивать программу Gear 360 Action Direct, если вы снимаете Samsung. Программа есть на официальном сайте Samsung, найти несложно. У меня она уже стоит. Запускаем, закидываем туда видео. Она его начинает обрабатывать с тем, чтобы привести в привычный нашему взгляду VR-вид. Обработала. Так как программа эта сделана под одну камеру, под Gear 360, она ее знает как облупленную и склеивает изображение так, что не подкопаешься. Нет ни швов, ни геометрических искажений на стыках. В принципе, в Action Direct есть даже монтажная программа, возможно, вам даже ее хватит, но уж если вы решились на работу с VR, лучше использовать Premiere. Там возможностей на порядок больше или на порядке. А для работы в Premiere вам нужно забрать отсюда это видео уже склеенное и переложить туда. Нажимаем «Записать результат». Выбираем кодек. Лучше проверенный H264. Выбираем разрешение, то, в котором вы снимали. Камера, кстати, снимает 4К, но это 4К на все 360 градусов. То есть видимая картинка там максимум 540 или 480, не знаю, как посчитать. Забираем просчитанное видео и перекладываем в Premiere. Все. Смотрите, как теперь выглядит наше видео. И это уже обычный трек.
Его можно монтировать как обычное видео, с поправкой, конечно, что оно 360 градусов. То есть вы можете отрезать лишнее, добавить еще треки в проект, можно пользоваться переходами, вот стандартное погружение в черный. Можно добавлять свой звук, ну то есть дальше начинается обычный монтаж в Adobe Premiere. Немного своеобразный, но по функционалу такой же, как и монтаж обычного плоского видео. Единственное, тут есть понятие центра внимания, то, куда направлен центр внимания в первом кадре. Помните, я говорил, что если вы не будете трогать мышь, то экран всегда будет перед глазами. Это делается с помощью плагина Offset. Кидаете плагин и выбираете точку, с которой начинается кадр. И последнее — экспорт. Выбираем кодек H264, исходные настройки, можно поднять битрейт немножко. И единственное, чем отличается экспорт, это вот этой галочкой — видео из VR. Все, экспорт. А мы между тем пришли. Круто здесь, согласитесь? Так кинематографично, как у Тарковского в «Сталкере». Мы здесь периодически сидели, раньше жарили шашлыки, случайно нашли это место. А потом, когда накрасили стену, здесь стало совсем круто. Все, любите друг друга, снимайте видео в 360 градусов, говорят это сейчас в тренде. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать о теплице социальных технологий.